Победил ни русский, ни белорус, ни казах, ни кыргыз, ни узбек, ни таджик. Годы Великой Отечественной войны, тут были мнения о том, что это не арифметика, это не бухгалтерия. Я считаю, что такие замечания делать не тактично, во-первых, а во-вторых, некорректно. Разумеется, война сама по себе стала тяжелейшим испытанием для всех советских республик. Но, тем не менее, особая роль в победе, без всякого преувеличения, я это подчеркиваю, принадлежит прежде всего русскому народу. Я за каждое слово несу ответственность. И народам всей России, которая понесла колоссальные людские и материальные потери, и на плечи которой легла главная тяжесть борьбы с фашизмом.